На заседании депутаты рассмотрели 15 вопросов. Главный инженер МУП ККП Николай Курлуков доложил о подготовке города к осенне-зимнему периоду. После обсуждения депутаты вынесли доклад на рассмотрение сессии. Председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Марина Кулакова сообщила депутатам, что в плавательном бассейне первой школы восстановительные работы ведутся согласно установленному графику. Вопросы о внесении изменений в бюджет муниципального образования городской совет будет рассматривать на следующей сессии. Шестым вопросом депутаты рассмотрели стоимость услуг по ритуальному обслуживанию службы благоустройства. На очередной сессии депутаты примут в муниципальную собственность дом номер 180Б в 6-м микрорайоне со всеми сетями коммуникаций. 5 вопросов было рассмотрено в отношении определения арендной платы за земельные участки.